Всем привет! Людмила Артемьева известна телезрителям по сериалам «Таксистка», «Сваты» и «Кто в доме хозяин». Яркое комедийное амплуа стало настоящей визитной карточкой актрисы. Причем сама актриса начала активно сниматься, когда ей было уже 40 лет. И именно тогда в судьбе Артемьевой начали случаться трагедии. Людмила в кино дебютировала в 1986 году в школьном фильме «Очень страшная история». А популярность к актрисе пришла после главных ролей в сериалах. Артемьева была замужем за актером Сергеем Парфеновым. В этом браке на свет появилась дочь Екатерина. Она окончила литературный институт и работает переводчиком немецкого языка. После 15 лет брака актриса развелась с супругом. А все из-за того, что Парфенов пристрастился к алкоголю и в семье начались финансовые проблемы. Артистка долго терпела, но в итоге решилась на развод. А в 2012 году Артемьева встретила еще одного избранника, имя которого до сих пор скрывает. Но известно, что он был младше ее на 20 лет. Артемьева тогда готовилась во второй раз стать матерью, несмотря на свои 49. Но беременность оказалась сложной. К сожалению, Людмила Викторовна потеряла ребенка на 9-м месяце беременности. Спасти мальчика не удалось. Знаменитость на несколько месяцев замкнулась в себе. Она не выходила из квартиры и ни с кем не разговаривала. Со своим избранником в то время она рассталась. Людмила Артемьева сейчас играет в театре и активно снимается. На экране ей чаще всего достаются образы веселых героинь. Интересное наблюдение, что после съемок она обливается холодной водой, является вегетарианкой и наотрез отказалась от вредных привычек. Кстати, не ходит на светские мероприятия и даже в салоны красоты. И не занимается спортом. В марте 2020 года стало известно, что Людмила отказалась играть в новом 7-м сезоне «Сватов». У нее возникли финансовые разногласия с руководством. Но на ее счету сейчас с каждым годом все больше картин и сериалов, так что она ничуть не скучает за тем знаменитым проектом. А вы помните эту замечательную актрису? Какие роли у вас самые любимые? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!